Нашествие женихов и невест в Екатеринбурге. По улицам города прошли 20 пар молодоженов. В городе состоялся свадебный флешмоб. Шли с частушками и под аккомпанемент гармонии. Остановку пары сделали около кинотеатра «Космос». Там в торжественной обстановке дали клятву верности друг другу и приняли участие в традиционных конкурсах свадеб советского периода. А в завершении флешмоба все его участники выпустили в небо 100 красных воздушных шаров в виде сердца и отправились греться в кинотеатр, где молодоженам показали фильм «Горько». Thank you.